Вчера, 2 марта, Кашхабльский район в рамках первого этапа благотворительной акции «Мы вместе», который длился с 23 февраля по 2 марта, отправил гуманитарную помощь вынужденным беженцам из Украины. С первого дня жители района откликнулись на призыв помочь переселенцам. Колоссальная работа проведена образовательными учреждениями района. Дети, родители, работники образовательных организаций приносили вещи, продукты и товары первой необходимости. Свою лепту в это благородное дело, конечно же, внесли и главы сельских поселений. Более 150 коробок с гуманитарной помощью были загружены в специальный фургон и отправлены в Республиканский центр волонтерства. Руководство района выражает огромную благодарность всем, кто откликнулся на призыв о помощи вынужденным беженцам из Украины.